Всем привет! Сегодня я расскажу об аквариумном растении Перисталис некрорайма. В природных условиях растет в Бразилии, штат Рорайма. Растение довольно неприхотливое и подойдет для начинающих аквариумистов. Перисталис некрорайма выделяется на фоне других растений своим экстравагантным видом. Его листья коричнево-оранжевой окраски красиво контрастируют на фоне красно-коричневого стебля. Высота куста в приемлемых условиях достигает 50 см и диаметра до 6 см. Аквариум, где предполагается выращивать растение, должен быть не менее 50 см высотой, так как растение не растет над водой и, достигнув ее поверхности, начинает пропадать. Высаживать перисталис некрорайма нужно на заднем плане или вдоль боковых стенок. Также нужно помнить, что перисталис некрорайма не переносит тень, поэтому сажать его необходимо на некотором удалении от других растений. Параметры ВАДА для содержания перисталис некрорайма должны быть следующими. Температура 22-28 градусов Цельсия, жесткость от 2 до 9, кислотность от 6,5 до 7,5, необходима качественная фильтрация воды, чтобы в воде совершенно не было частичек мути, которая, оседая на листья растений, не только портит их внешний вид, но и со временем приводит к их гибели. Желательно подкормка CO2 и жидкими удобрениями. Освещение должно быть ярким, интенсивностью от 0,8 Вт на литр, продолжительность светового дня около 12 часов в сутки. При недостатке света окраска растения становится блеклой, оно мельчает и практически полностью останавливается в развитии. При ярком освещении листья перисталисника подвержены обрастанию водорослями, поэтому если они замечены на листьях растения, необходимо уменьшить интенсивность освещения или его продолжительность. Грунт желательно применять мелкий в виде песка или его смеси с мелким гравием. Размножается перисталис некрорайма точно так же, как и другие виды перисталисников, боковыми побегами. Для этого необходимо аккуратно отрезать один из боковых побегов и высадить его в грунт на хорошо освещенное место, прижав сверху небольшим камнем. А на этом видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. До встречи!